Ну вот, привезли Зонушку на дачу, благодаря Вене соседу. И теперь еду обратно в Минск в воскресенье. Хорошо иметь домик в деревне, а еще лучше и домик, и квартиру в Минске, и хороших соседей, и кошечку. Вот Юнька бежит впереди. В общем, нет худа без добра. Веня говорит, а что не помочь? Вот мы сейчас поедем. Юнька. Хвост, хвост, покажи, спрашивали хвост. Вот хвостик поджил, все нормально. Все заросло, теперь он будет распушаться дальше. И да, линяет она здорово. Все, спасибо вам. Поедем. Светланка на связи.